Всем привет, мои дорогие друзья! Давненько я не брала вас с собой посмотреть, какие же цены сейчас в польских магазинах. Сейчас я иду в магазин «Бедронка». Посмотрим, что почем. Кому интересно, оставайтесь со мной. Итак, берем корзиночку и поехали. Картошка стоит 99 грошей. 4,99 стоят персики за килограмм. Арбузы сегодня в цене 2,99 за килограмм. Это арбузы мини без косточек. Бананы в обычной цене 4,99. Я буду озвучивать цены, потому что не все цены представлены за килограмм. Что-то стоит за упаковку, что-то за 100 грамм. Поэтому я буду комментировать, чтобы вы могли ориентироваться. Килограмм ананасов стоит 4,99. Если вы захотите посчитать цены в евро, разделите эту цену на 4,50. Авокадо сегодня стоит 24,90 за килограмм. 2,99 стоит упаковка крыжовника. Здесь 250 грамм, и это последняя упаковка, я ее забираю. Цукини 3,99 за килограмм. Сегодня 50% скидка. Если вы купите две пиццы, то цена будет 7,49 за одну. 6,99 банка селедки и 7,69 иначе приготовленная. Тоже селедка, но иначе приготовленная. Вот такая пластиковая упаковочка, здесь 200 грамм селедки с овощами, лук, перчик, различные специи, 4,99. Сосиски 300 грамм, 5,49, 250 грамм, 4,99. По-польски сосиски это по-русски. Семьсот грамм сосисек можно также купить за 7,99. Очень часто можно в Бедронке встретить различные акции. Сегодня вот такая акция 3 плюс 3. То есть 3 товара покупаете, 3 в подарок. Колбаса краковская 400 грамм 11,99. И вот такая же табличка. Здесь тоже можно взять 3 продукта и 3 получите gratis, то есть бесплатно. 250 грамм грибочков 3,99, и в горшочках различная зелень, это базилик, мята, петрушка 4,99. Здесь цена представлена за 100 грамм, то есть 1,99 за 100 грамм ветчины, килограмм 19,90. Ну и точно также следующие ценники. Здесь цена указана за упаковку. Упаковка сыра 300 грамм 6,69. Килограммовая упаковка гауды 19,49. Это обычная ее цена, ее можно купить дешевле. Здесь тоже сыры указаны за упаковку. 9,99 за 450 грамм. Вот эта упаковочка 350 грамм 6,99. Если купить 2 сыра, то получится цена 4,49. Творог 2,15, если покупаете 2, 250 грамм. Молочко без лактозы сегодня тоже в очень хорошей цене, 2,99, если покупаете 2. А вот эти креветки я всегда себе покупаю и вам советую. Это креветки, которые не варятся на судне в море. Обычно, если вы не знали, креветки отвариваются на судне в море, то есть их не привозят на берег, а отваривают прямо на судне.
вот эти же креветки замораживают, поэтому они вот такие, как должны быть, сырые. Вот эти красные креветки, это уже сваренные креветки, поэтому они обычно суховатые. Те, которые я вам показала, они очень сочные. Здесь вы видите цену за кофе, сахар, различные хлопья, я ее уже озвучивать не буду, здесь и так все понятно. За яблоки тоже указано в килограммах. Ну а на сегодня все. Всех люблю, целую. Всем пока-пока и встретимся в следующем видео.